они всегда вспоминают о родном крае. Кстати, казанские татары не произносят букву «Ч». Они говорят «Эщ, пошмак, щай, щак-щак». И вы тоже, как казанские татары, пейте щай, черный, пощущу, щутариками, щак-щак, и мы с пошмаком, счастно-счастно. Не только пощит твергам, и с чипсами еще можно, и будет вам счастье. Ну, а кто исключает себя? Мечеть, как положено, действующая здесь проходит намазы. За ней мельница, центр мастеров, куда можно днем зайти, померить костюмы, стать ханом или ханшей. Можно отправить себе открытку. Здесь у нас серия авторских открыток нашей казанской художницы. Любовь – это она кушает щак-щак, а ему сладко. Счастье – это когда мы вместе, ну, там большой каталог, отправитесь, прям там почтовый ящик есть, отправите себе, приедете, она вас дома будет ждать, но либо вы ее немножечко подождете. Обернется, видите, большой комплекс называется «Мыща» – это баня. Мыща, а пора сама в баню пойдем, но не в этот раз. А так, если себе там заказать, вас попарить, чайком угостят, щак-щак, мыщ-пышмак, наверное, из местного ресторана. Ресторан татарской кухни – один из лучших в городе. Вы спросите, где же там? Let's keep on.